Логично. Логично. Садитесь. Ваша позиция с физиком Рунге неколебима. Считайте меня своим союзником. Хвост, который упускали за черным мерседесом шведского дипломата, был связан с этим делом? А вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощущаете опасность? Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой хвост. А что касается опасности, какая же опасность может угрожать дому? Если бы я был за кордоном... У вас голова не болит? От забот? От давления. Я могу посоветовать. Дыхательная гимнастика йогов. Я не верю в это. А в общем, покажите. Мне как-то показывали, но я не верю этому. Это очень просто. Левую руку кладете на затылок. Одни пальцы. А правая рука вдоль черепа. Вот. Да. И начинайте одновременно массировать. Только глаза закройте. Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтофа. Ну, если вы мне предложите изменить родине, я это сделаю. Группенфюрер, вы осторожно посмотрели на часы. Они отстают у вас на 7 минут. Я люблю открытые игры. Со своими, во всяком случае. Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем. Я бы не согласился. Почему? Вы ревнивы. Как любящая преданная жена. Это самая страшная форма ревности, так сказать. Тираническая. Ну что ж, в общем-то... Вы правильно меня поняли. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать несколько иначе. Забота о соратниках. Но это, как говорится, вопрос технологии, а не принципа. Зачем надо было приводить меня сюда? Нельзя было поговорить у вас? Тут спокойнее. Кончится так, как хочу я, мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве. И мой шеф будет знать об этом. Чьей ревности вы боитесь, его или моей? А вы как думаете? Мне нравится, что вы идете на пролом. А у меня нет другого выхода. И потом я люблю ясность. Ясность – это одна из форм полного тумана. Знаю я вас, хитреца. Он просил передать, что там никто не отвечает. Ладно. Ну ладно. Как это говорится в Библии? Время собирать камни и время кидать их. А у вас было неважно в школе с грамотой Божьей. В книге пророка Экклезиаста сказано, время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться. Вы так хорошо изучали Библию с вашим подопечным пастором Шлагом? Я люблю перечитывать не только Библию. Для того, чтобы побеждать врага, нужно знать его идеологию. Не так ли? А учиться этому во время боя обрекать себя на поражение. Вот.
такая занятная выходит штука. Такая штука любопытная тут получается. Вот эти пальчики мы обнаружили на том стакане, который вы наполняли водой, передавая несчастному, глупому, доверчивому Холтову. А вот эти пальчики... нашли... где бы вы думали? А? Мои пальчики можно найти в Голландии, в Мадриде, Токио, Анкаре. А еще где? Я могу вспомнить, только на это уйдет очень много времени. Мы с вами пропустим не только обед, но и ужин. Ничего. Прошу садиться. Я готов поголодать. Кстати, ваши йоги считают голод одним из самых действенных лекарств и предрекают, что мир в будущем будет лечить половину заболеваний. Не сульфидином, а недельной голодовкой. Ну, вспомнили? У нас с вами происходит беспредметный разговор. Если я арестован, и вы меня в этом официально уведомите, я вам буду отвечать как арестованный. Если я не арестован, я на ваш вопрос отвечать не буду. Не буду. Не буду. Пожалуйста, постарайтесь стенографически точно воспроизвести. Желательно по минутам. Что вы делали после телефонного разговора в комнате спецсвязи, куда доступ категорически запрещен всем? После того, когда я вошел в комнату спецсвязи, за халатность и трусость связистов надо отдать под суд. Они оставили ключ в двери и кинулись, как зайцы, в бомбоубежище. После того, как я вошел в комнату спецсвязи, я встретился с Портагеносом Борманом и провел с ним более 2 часов. О чем мы с ним говорили, я, естественно, вам отвечать не стану. Вы могли бы не отвечать, если бы без не... без всякого, если бы не... Не зарывайтесь, Штирлиц! Не зарывайтесь! Я все-таки старше вас и по званию...